И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все еще также с модом Ark Eternal, все еще также на сервере Eternal 15x PvE плюс mods. Сразу вас предупреждаю, когда сервер в июне, как всем уже, многим, так сказать, известно, в июне уже будет вайпаться, будет меняться стилистика, модификация сервера. И чтобы следить за последними новостями, я лично я вам советую вступить в группу ВКонтакте сервера. Он просто называется Ark Survival Evolved. Кстати, Тошка, если ты смотришь и вообще, так сказать, заинтересован в развитии своего сервера, ты переименуешь как-нибудь группу ВКонтакте на реально Ark Survival Evolved. Ну, блин, ну там, не знаю, там... Тошка Арк, там, не знаю. Арктошка назови там. Ну, в общем, ты понял. Назови как-нибудь уже свой... эту группу. Общайтесь там. Ну, надо как-то это все дело изменить, чтобы все-таки люди находили. Так вот, вступите, если вы не хотите, так сказать, терять из виду этот сервер, то вступите в группу ВКонтакте, и там уже будете следить за новостями. Еще у меня сейчас прям перед записью писал комментарий: тебе не надоело, типа, играть в Ark? Ну, я, конечно, написал комментарий и на этот вопрос. Если честно, задолбало. Мне этот Арк долбанный задолбал. В том плане, что... Что бы я ни делал, чтобы как я ни пыжился, что я ни пытался бы сделать. Снимаю я, как снимаю... все то же самое, я бы так сказал. А вот... в плане того, что я делаю по YouTube-части, что бы я ни пытался сделать, просмотров все меньше и меньше, комментарии все меньше, то есть означает, вам меньше нравится. То есть просмотров меньше, вам меньше нравится, комментариев меньше, вам меньше нравится, лайков меньше, вам меньше нравится, дизлайков меньше, опять-таки же меньше просмотров, поэтому дизлайков меньше. То есть все в одно. Не знаю, надоело вам? Да, не спорю. Честно, мне надоело играть с модами, и тут не поспоришь. И пока что я таком в раздумье все-таки, что же делать со следующим сезоном. Но честно, Арк уже надоел. Ну, а с другой стороны, во что играть еще? Во что снимать? Есть идея, ну, тогда я полностью закрою канал и создам новый канал. Ну, в смысле, это, ну, видосы останутся, но я создам совершенно новый канал. И там уже будет новая тематика. Есть об этом задумки. Если честно, уже последние полгода. Вот, и поэтому как бы такие вот дела. Пока что еще не знаю. Арк я, ну, еще один сезончик-то это точно буду снимать. А может и два. Посмотрим. Что же я сегодня хочу сделать? Ancient. Ancient, конечно, древнего. Древнего я не томил ни разу. пытался было делом, но так и не томил. Вот что у нас есть: Бигфут, Дарбир, горилла, мамонт, носорог, кетцаль, додорекс и мантикора. Я так подумал, блин, ну мантикора есть у меня, да, тем более ансент. Додорекс, ну, у меня есть Даркстар наподобие, да. Кетцаль, ну, летунов у меня и так полно. Но как платформа у меня есть и без этого. Парацера тащит. Носорог единственное только остается. Мамонт. Потому что горилла есть, медведь есть и Бигфут есть. Блин, зачем мне? Вот, я подумал, а давайте-ка я притомлю мамонта. Честно, я не помню, чтобы я на мамонтах как таковой гонял, и поэтому как бы нужно именно его притомить. Ancient Orb'ы я отдавал, так сказать, пока я бегал, лутался я 8 штук, или сколько там у меня, налутал, так что с этим проблем не должно быть. Так, 200, 10 и 1. Так. Что я здесь хочу найти? Здесь я хочу найти Matrix Core. Один.
есть что? Ой, господи. Так, 200. Кстати, у меня мышка уже задыхает, надо поменять будет мышку себе, новую купить. К сожалению, опять растраты. Так, 210 мне надо еще. И один. Так, дальше мне нужны сразу же орбы. А, как мне помнится, я пытался притомить последний слот, закинув, но что-то пошло не так. Сейчас также попробуем. Все-таки мамонт, он не должен быть агрессивным, так что попробуем именно так сделать. Так, ну и возьмем бутыль на всякий случай. Без понятия, короче, что сейчас будет. Поэтому вы уж не серчайте. Я думаю, если будет два захода, это нормально. Я как бы на это и рассчитываю. Вот такие вот дела. Кстати, у меня появлялась идея. Так, ну вот сейчас уже запущу. Тайминг. Суммонинг. Вызов. Ансент и мамонтенок. У меня появлялась идея, знаете, скачать читы на Варфу и типа, я такой тачер в Варфейсе, дела. Вот. И это бы, знаете, это бы очень много просмотров дало и так далее. Ну, это я не знаю. Для меня это как то же самое, то есть для меня играть с читами, это как мусульманина заставить есть свинину. То есть это грех. Вот. То есть для меня это сопоставимо в этом плане, потому что читерить это точно не для меня. Так. Ну, кстати, левел-то какой? 380-й. Нормально. С руки томить, но кормить я его не могу. Отлично. Значит, будем оглушать. Так, погоди-ка. Сколько у тебя глушилки? Да не сколько. Давай, спать. Спишь? А вот и спишь. Так. Скакал, видите ли, а? Здесь пятку покормлю тогда. Твою мать! Да ладно, мне сколько этих орб-то надо? Ёк-макарёк! Ядрёшеньки-матрёшеньки, прикиньте! А я не знал. А я не знал, что все так плохо. Ёшкин-матрёшкин. Ну ладно. 8 орбок в никуда. Да и, короче, мама, извиняй, конечно, я не знал. Я, понимаешь, я-то думал, что будет все нормально и все хорошо. Ну, блин, ты уж извиняй меня. Приходится, приходится. Ты мне тут просто, то, что лежишь, это мне явно не нужно. Вот, поэтому придется убрать его. Нифига себе, я не думал, что столько много надо ансельторбу. Не, ну это как бы не проблема. Это я сейчас... Да, кстати, из-за того, что оглушенность, его ничего не дропнулось. Это я, конечно, сейчас это набью. Но, блин, это было, честно, для меня неожиданно, что настолько много надо. Ладно, выбиваем немного. Хо-хо-хо, прикол. Выбил седло для виверны босявое. Вот так, с периодичностью буду включаться немножечко. Кстати, да, эту музычку себе включил на задний фон. А вот для вас не буду включать, потому что YouTube что-то в последнее время меня обижает YouTube с музыкой. Но это видео будет такой экспериментом, и с периодичностью я буду тестировать музыку. Если все нормально с этой музычкой, то, возможно, я буду именно ее и буду спускать. Вот еще что. Напишите в комментариях, с музыкой снимать или без. Уже смотрели такие серии, поэтому я думаю, вы знаете, что поинтереснее будет, с музыкой или без.
Офигеть, прикиньте. Зомби-виверна. Я первый раз вижу зомби-виверну. А вот и мозги. Ёб твою ж налево. Да как же так? Когда-то мне нужна была, тебя ни одной не было. А тут надо же. Вот ж скотина. Да уж. Мозги. О, а я что-то подгажный какой-то там жестко. Да уж, кстати, напишите в комментариях, как там вставочка вот туда просто под музычку полетал. Ну, в целом, это был тест музыки. Если нормально будет, все нормально, то все нормально будет. Ну, да. Музыка прикольная. Такая... Не скажу, откуда она взята. Если все нормально будет, то все нормально будет. Не будет. Это живой человек. Нам-нам-нам-нам-нам. А вот это уже замечательно. Просто меня выкидывает с сервака. Великолепный пролаг, и меня выкидывает с сервака. Да уж, это уже какая-то тупость пошла. Да. Реальная тупость. Ну что, давайте посмотрим. Момент истины. Загружаются моды. Точнее, моды загрузились уже все. Загружается карта. Жив я или нет? Потому что я на чертовом летающем острове. И завеса так, когда открывал сундучок, а сзади подбегал какое-то чудо к моей полудохлой зомби-виверне. И, черт побери, я жив. Прикол. А он отогрелся. А сундук еще? Сумочка еще, да, твою мать. Вот, кстати, как вы видите, да, я две Ancient Orb добыл. Причем добыл я с Лайтнинга. Лайтнинг... Господи, этого. Вот как он мне подбегал. Лайтнинг Трицератопса. Ну вот, и как бы пока что так. Ну, потихонечку добывается. Самое главное... Не лениться, спускаться и лутать. И все будет просто отлично. Так, так сделаем, немножечко увеличим моей жизни. И все будет пучком. Твою мать, да ты прикалываешься, что ли? Эй! Я сам, что ли, вместе с ней? Окей. Так, нужно срочно отходить. Ну, тварина. Так, стоять. Какого фига ты, днище мне тут добр? А? Слышь? Оборзевшая ты морда. Я тебя пристрелю за свою виверну. Ты это понимаешь? Хорошо. Да что такое? Не понос, так золотуха, а? Так, ну-ка, давай, сейчас прорвемся, чувак. Опаньки! Почти получилось так стоять, убирай пушку. Своих палить нехорошо. Да убирай ты дерьмо кусок! Ран ты тебе, кролик. Ладно. Тайминг есть тайминг. Окей. Чё я натуре? А тебе, тварь конченая, я тебе пристрелю, козлина. Чё, тварь, не ожидала такого жесткого дамага от... Блин. От прямоходящего. О, вспомнил. Я тебя, тварюха. Она меня бесит. Рот, она меня реально бесит, эта тварь. Погоди, прорвемся. Да убери ты это дерьмо! Какого фига это говно не убирается? Меня уже бесит эта игра. Нажимаю убрать оружие, вот этот дебил не убирает его.
меня кто-то дополнительно дамажит, что ли? Вы что, оборзели, что ли, ублюдочные твари? Ну все. Надо вам, кролики. Слышь, кошара, дикошара, я тебя сейчас сам завалю здесь. Сюда подошел. Всех покромсаю, козлы, за своего кошака. Ой, за свою виверну. Вот оборзевшие ублюдки. Еще это сраное дерьмо перегревается, оно меня бесит. Вроде и высокие технологии, говно перегревающееся, еще так. Кулер лишний не поставили. Жлобы долбаные. На, пока черешки тебе. Надеюсь, я по своей не дамажу никак. Потому что это было бы очень даже глупо, если бы я еще по своей бы внедрялся дамажить. Да, вы сами видите, как у меня мышка сейчас глючит по-жесткому. Не, ну они меня реально бесят. Урона никакого не наносят, только членовредительством занимаются, твари. И бесят меня. Очень жестко. Ну, валитесь, ублюдки конченые. Я разделся. Полностью разделся. Там еще богомол, прикиньте, пришел. Ублюдки хотят смерти. Ублюдкам будет смерть. Такс. Сюда. Нет, ты не сильно поворотливый. Если тебя слазить легко, ну да ладно. Хотя нет, у тебя пламя есть, отлично. Тебе. Ну ты жопа такая неповоротливая, ты просто кобзда. Еще как вариант, сейчас тебя с дебил. Да, я ненавижу этих ублюдков. Потому что эти тупые свиньи не могут нормально пролезть в сраные ворота. Потому что это ублюдочное говно. Тогда погнали на виверне. Короче, без вариантов. Давай, вылази уже. Да, они как вариант переагрелись. Но это не означает, что этим тварям теперь не жить. Смерть должна быть всем врагам. Без вариантов. Просто всех убить. Подчистую. Неважно, кто это. Игроки, животные. Они все должны умереть. Самой жестокой смертью. Абсолютно все. А, да. Ой, я и забыл, что ты лучом бьешь. Вот это уже здорово. Так, погоди, погоди, погоди. Не время для луча. Слышь, вот тебя здесь говна кусок не хватало. Пошел вон отсюда. Вот вы ублюдочные свиньи. Чутка опоздал. О, прикол. Меня же моя виверна убила. А я не знал, что можно попасть под луч. Погоди-ка. Попасть под луч, это что, можно ей у кого-то убить? Ты что, прикалываешься? Интересная теория. Ее бы не мешало проверить. На кого-нибудь. Ай, бляха-муха. Да, ну, зомби виверна померла, да и хай с ней как-то. Как бы. Дракон, я его хочу уже завалить, я ему суицид бутыль заюзаю, 100%. Он меня бесит уже. Это днище жирное. Жирное беспонтовое дерьмо, которое не может пролезть в сраный бегемот.
застревает, тяжело залазит, неповоротливый и так далее. Ну реально, еще то говно. Самое нормальное, по сути, из всех вот этих мобов, это зомби Виверна. Поворотливость у нее просто здоровская. И Мантикора. Тоже поворотливость офигенная. Но! Если сравнивать Мантикору и зомби Виверну, я бы дал предпочтение зомби Виверне. Почему? Ну, с нее слазить легко. Реально с нее слазить легко, и тупо из-за этого я дал бы ей предпочтение в этом плане. Вот такие вот дела, поэтому как бы, да. Это, пожалуй, уже последняя серия, кстати, я думаю. Я еще, может, одну серию сниму, может, заключительная серия будет. Подытоживание и так далее. Посмотрим. Ну, это уже точно 100% последняя серия. Вот. Единственное, что шанс слазить, это вот так в воздухе пытаться вылететь. Но это не всегда получается. Говно. Да убери свою ты рожу, тупорылая овца. Вы меня бесите, свиноты долбанные, свои рожи, которые суете туда, куда не нужно. Так, ну и весь лут, конечно, с них задиспавнился. Надо бы проверить на ком-нибудь. Но я думаю, вряд ли это все-таки ПВЕ. Ладно. Погнали. Кстати, давно хотел показать вот этот дом. Чувак прикольно сделал. Трайп Волк, да, то есть вот он свой дом сделал, и сверху, видите, да, то есть он сделал артефакты и сделал свой ник сверху. Ну, прикольно, креативно, и давно хотел показать уже. Прикольно, прикольно, да. Вот, но я все еще летаю, немного ансет орбов набиваю. Ну, где-то около 8 набил. Думаю, сейчас еще немного набью и хватит. Так, короче, народ, ход конем. Реально, ход конем. У меня один Sentient Orb. И, короче, вот прям вот, вот вызвал, короче, и все. Я такой, опаньки, все, это то, что мне нужно. Это то, что мне нужно. Да-да-да-да-да-да-да-да. Что именно, сейчас узнаете. Ну, реально, я... Мне надоело бегать. Я где-то часа полтора побегал, 11 ансиатор. Это хорошо, да, тип хорошо. Суть в том, что, видите, вся карта застроена и негде спавниться элементарно динозавру. А что за ход конем? Ну, вы сами видите, 20 левел. 20 левел это самый ход конем. Надеюсь, не завалю. На, отлично, не завалил. Вот, и все. А теперь шрямкой. Раз. Отлично. Господи, я такая. 4. 5. 6. Отлично. Кстати, они жрут эти ансельторбы, козлы, если честно. Я не знал. Просто в Мантикору закидываю, и там он такой, опаньки, давай жрать ее. Я такой, ну окей, я поэтому в нем не храню. Так, седло. Седло, я думаю, альфачевское нужно. Вот, седло альфачевское. Кстати, да, я что-то это, пока летал, очень, кстати, полезно летать, так сказать, заниматься всякой фигней. Пока летал, я ж вспомнил, что еще я не показал вам. Вспомнил, черт побери. Я ж не показал Инфернал. Инферналов не показал. Так что в следующей серии будет Инферналы. Вот, и уже... А там уж будем смотреть, заключительный, не заключительный. Вот такие вот дела. Вот такой вот Ансент. Ну, кстати, даже 20 левел, смотри, 20 левел продамил, у него 300 тысяч хп. Это же офигенно. Это же реально офигенно. Ну, кстати, да, что-то, если бы я знал, как он долго томится, я бы, конечно, бы сразу же бы брал именно его. То есть сразу же бы томил такого мелкого левела. Кстати, вот смотрите, сколько я всякого хламела. Еще сердец я все закинул. ДНК, тонны, пиквы, посмотрите, сколько. Просто я за это время столько всего набил.
просто жуть. Кстати, всякие вот подобные хламы то я еще выкидывал. Кошмар просто. Просто кошмар какой-то. Такс. Слушай, а ты что жрешь-то, интересно? Неужто ты жрешь это? Типа такую еду обычно. Ну, в смысле, как положено жрать мамонту. Сейчас давай посмотрим. Почему бы и нет, если это говно есть, почему бы не проверить. Так, ну давай, Содействуй, Так. Мечешь, типа. Толк есть? Толку нету. Так, давай, здоровечко. До соточки. Ой, это какой соточки? До ляма. Так, и давай-ка, ну-ка. Ох, бедолашка. Поврежденный весь такой. Или поврежденная я. Поврежденный. Так, ну-ка давай-ка посмотрим, как ты у нас. Ну, прикольно. Такс, и погнали в урон тебя. Я думаю, ляма мне хватит с таким-то седлом и с потами на хп. Не, давай все-таки сделаем вот так вот. Полтора ляма все-таки. И восстановим урон. Конечно, да, урон слабенький, все дела, это я понимаю, но... Все равно дамаг пойдем проверим. Авось прикольно получится. Так. Геометрия. Ну да. Ой. А, черт побери, на К. Думаю, что за фигня, не поворачивать нифига. А у меня там это было включено. Такс, ну и что? Погнали, погнали, погнали вот сюда. Здесь точно кто-нибудь добудет. Погнали, посмотрим. Что это, когда, где. Оп, и загрузилось. Отлично. Да, слушай, вполне неплохо. Для 20-го левела? Для 20-го левела такой дамаг, я бы так сказал, очень даже неплох. Иди ты уже оттуда. Круто. О, еще прыгать пытается. Неплохо, неплохо. 76 тысяч хп дамажит и... это, господи... И полтора ляма хп, ну то есть полтора ляма здоровья и... Господи, чё я его там скукожила. И 76 тысяч урона, это конечно здорово. Это здорово, это неплохо, неплохо. Мне нравится. Не нравится. То есть если в топового там мити, то там вообще будет кайф. Ну такие вот дела. Вот такой, такие дела, как говорится, и вот такой вот мамонт. Мамонт, ancient мамонт. Древний, древнее существо, которое издревле можно было только заспавнить. Они не спавнятся в нашем мире. Они только появляются призывом. Вот такие дела, народ. В общем, на этом уже все. Как выяснилось, еще, возможно, пару серий будет на сезоне, а дальше будет уже видно. Все, на этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.